По-настоящему теплые дни стоят в Древнем Новгороде. Город и не узнать теперь, как он изменился за последние годы. А зеленый наряд придает ему особую прелесть. Новгородцы хотят превратить свой город в город-сад. Здесь каждый стремится посадить молодое деревцо или цветы. Пусть будет красиво на наших улицах, пусть они радуют глаз. А молодые хозяева города, новгородские школьники, особенно заботятся о его красоте.